Рождество Христово православные христиане учора усхваляли до позднего вечера. На территории храма Преображения Господнего прошел спектакль 12 месяцев. Неглядячи на мороз, який на протягу дня узмацнялся, прихаджане заполнили весь церковный двор. А уже на уваходе верников чекали почастунки, блины, печиво, венские вафли. Марина Джалая с подробязностями. На родство маленьких и дорослых прихожан храма Преображения Господнего заусёды частуюць разными присмаками. На гэты раз сярод пачастункаў венские вафли. Их пекли на территории храма. Два дні працавали нават уначы. У выніку выпекли амаль 400 вось таких прыгожых салодкіх вырабаў. Акрамя салодкіх пачастункаў і гарачай гарбаты, за якімі выстроіліся чэргі, дзяцей дарослых на царкоўным двары сустракаў Дзед Мароз. Всех прихожан этого прекрасного храма Дед Мороз из севера поздравляет с Новым годом и Рождеством Христовым. Еще одна чарга до импровизованного места нараджения Сына Божьего. Это ясли с Иисусом, а главные персонажи – праведный Иосиф с долгой бородой, святая Дева Мария. Тут же вишчуны и пастухи за овечками. Дети, которые собрались у день Роства Христова побач с храмом Преображения Господнего, не только с цікавостью разглядали сцену с колядной батлейки, але и сами рассказали об святе. Скажи, кто сегодня родился? Иисус Христос. И он лежит в яслях, да? Да. Это день, когда родился наш Бог. А кто лежит в яслях? Иисус Христос. А что вы еще знаете об этом празднике? Что в этот момент светила Вифлеемская звезда. И волхвы ему принесли дары. Ладан, смирну и золото. Рождение Иисуса Христа. Светлый праздник. В Вифлееме звезда загорелась, и пастухи к нему пришли. И дары принесли. У деющую при церкви недельную школу ходят 120 детей. Многие из них на Роство разом с удельниками молодежной группы храма «Фавороўцы» представили мюзикл «12 месяцев». Погрузиться у колядную каску запросили 250 детей со шмадетных и малозабеспеченных семьев, вучняў недельной школы, а так само усіх жадаючых. Поважаным и чаканым гостем этого свята был архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан. По доброй традиции он повиншавал усіх с Роством и пожадал верника миру и светлых думак. Хочется пожелать, чтобы все мы в первую очередь с вами жили в мире, чтобы над нами было мирное небо, Господь всегда хранил нашу землю в мире, друг друга мы уважали, друг друга всегда любили и с терпением относились ко всему тому, что происходит вокруг нас. Пусть Господь всех нас хранит в добром здравии, в мире благополучия, на многое благое лето. С Рождеством Христовым! Наприкінці мероприємства дети отримали подарунки у напоміна об гэтым цудовным дні – святе Роства Христова. Марина Джала, Євген Макенка, телерадіокомпанія «Гомель».